так просто вот сказать со стороны как болельщик, не как тренер скажу. Мне кажется, не хватает организации. А организация игры, она не создается за один день. Поэтому скоростные игроки есть. Если вы скажете, что Гусев не скоростной, Ермоленко не скоростной, Идея не скоростной, ну, я бы не сказал. Они играют, ну, сборные, те же люди играют практически. Поэтому я бы не сказал, что не хватает скоростных игроков. Но если игра строится по-другому, то эти скоростные игроки не могут проявить свои лучшие качества. Вот и все, то, что я вижу со стороны. А внутри, почему это происходит и строится так игра, ну, я не знаю. Я не знаю, как строился тренировочный процесс. Я еще раз говорю, не знаю физического состояния, как команда готовилась, какая установка давалась перед игрой, что команда должна была делать. Ну ладно, открою один секрет уже, то, что я сегодня им сказал. Я говорю, если вы не готовы физически, начните 20 минут бегать как сумасшедшие, потом сядьте на футбольное поле и скажите, Владимир Ильич, не могу бегать. Тогда я буду понимать, что у команды не хватает физического состояния. Вот то, что я могу вам сказать. А когда команда распределяет и в таком темпе играет все 90 минут, то понять, в каком физическом состоянии, невозможно. Лучше будет честно попрессинговать 20 минут, сесть и сказать, мы не можем. Вот это точно могу вам сказать. Андрей, и еще то, что я и говорил, вы можете проиграть 6-0, но безразличие народ не простит.